Вот так сейчас выглядит южная рампа на развязке на проспекте Кирова. Ее начали строить буквально 3 недели назад. Сначала разбирали асфальт, теперь активно вынимают грунт. Эта стадия закончится буквально через несколько дней, после чего строители будут укладывать гидроизоляцию. Вообще наступившие холода рабочим нисколько не мешают и даже наоборот помогают. После продолжительной жары люди воспряли духом. То есть производство работ ни насколько это не сказалось на производство работ, на объемы, наоборот. Единственное, только дождливая погода нас тормозит по устройству гидроизоляционных работ. Ведется установка ограждения на южной рампе, чтобы можно было начать подбетонку делать до морозов. Тоннельная часть, осталась одна секция, у нас не залита, это та, которая связана с южной рампой. Сейчас мы находимся с другой стороны тоннеля. Это северная рампа. Ее строительство начали гораздо раньше, а значит и процент готовности гораздо выше. Сейчас здесь ведется активное армирование, бетонирование той секции, которая подходит близко к тоннелю. Сам же тоннель готов примерно на 40%. Вообще, в целом, когда развязка будет готова, в сутки она сможет пропускать 50 тысяч машин. Валерия Макарова, Василий Колдашов, «События».